Психосоматика и вопросы с прыщами, неровностями на нашем лице, с чем это связано и что, конечно же, с этим делать. А когда мы говорим про воспаление кожи, да, нам важно понять, что это за процесс. Кожа для нас является защитным барьером. Есть наши внутренние органы, есть наша система организма, и есть кожа как некий барьер, который нас защищает от окружающей среды, соединяет в то же самое время. И когда у нас именно этот защитный слой воспаляется, мы таким образом защищаемся. То есть что это значит? Во-первых, это значит, что это отношение с собой, это непринятие себя. И непринятие себя по каким-то причинам мы когда-то где-то услышали от авторитетных для нас людей, что просто так не бывает, я должна быть какой-то, должно быть как-то, а у меня этого нет, значит, я себя не люблю, пока вот этого не будет. То есть это такое внутреннее непринятие себя, потому что у меня чего-то нет, или потому что я не такая, какой мне надо быть, чтобы что-то получить. Это всегда обусловленность. И, соответственно, что у нас происходит? У нас происходит, мы себя обезображиваем для того, чтобы не контактировать с людьми, потому что люди причиняют боль. Ну, так или иначе, да, мы, естественно, там индивидуальные есть моменты. И что с этим делать, как это убрать? Нужно научиться себя принимать любыми. И, естественно, когда все уже высыпало на тело, то мы себя учимся принимать именно с высыпаниями какими-то, понимая, что это я, это мое тело, и я это люблю без каких-либо условий. Это одобрение себя, потому что как раз-таки нас кто-то научил заслуживать любовь через что-то, через какую-то условность. Вот когда я буду богатой, вот когда я буду красивой, вот если у меня будет вот это, вот если я молодая, красивая, то, а если этого нет, то что-то другое, да, поэтому... Одобряем себя здесь и сейчас в том виде, в котором мы прямо сейчас проявляемся, прямо сейчас существуем. Ну, а я вас приглашаю в группу по психосоматике, по средам я веду групповой разбор, ну и, естественно, в курс «Психология, психосоматика для каждого».